Кубок России по парусному спорту – долгожданные соревнования для яхтсменов высокой категории. Место проведения – акватория Клязьминского водохранилища. Уже не первый год на этой водной глади демонстрируют свое мастерство именитые спортсмены. У нас просто увеличилось количество яхт. У нас 29 команд. Гоняются все на одинаковых яхтах, которые просто абсолютно идентичные. Вот. И в этом случае все зависит от мастерства команды. Подготовка ведется полным ходом. Команды снаряжают свои яхты и сами настраиваются на серьезную борьбу. Каждый участник здесь со своей яркой историей и достойными победами. Интересный спорт, вода. Я сам родился на Дунае, поэтому всегда привлекало все, что связано с водой. Ну, соответственно, как-то случайно попал в этот мир парусного спорта, понравилось. Все очень сильные соперники, это чемпионы мира, чемпионы Европы. Тут на каждой лодке по чемпиону 1-2 России, все мастера спорта. Поэтому тут как бы все очень сильные команды. И выигрывать будет как бы совсем непросто. Умение и на настроенность на конкретное, исполнение на максимуме того, что умеешь, это важный момент. Там и психология, безусловно, команда, сыгранность, это тоже, безусловно, важный фактор. Парусный спорт – это олимпийская дисциплина. Лидерами в нем на мировой арене являются Бразилия и Великобритания. Сезон парусных регат в нашем регионе длится не так долго – 3-4 месяца. В этот раз погода, как всегда, преподнесла сюрпризы. Участников не пугают раскаленное палящее солнце, их настораживает полный штиль. Ветер в яхтинге – основной фактор, который должен учитывать каждый яхтсмен. К сожалению, сегодня порыв ветра не так высоки, поэтому остается надеяться на профессионализм и, конечно, удачу. Команда в этом сезоне перед собой ставит новые задачи. Задача на этот этап показать максимум, на что способна команда, отработать основные уроки, которые извлекли из прошлого раза. Ну и в целом получить удовольствие, потому что погода ожидается слабая. Об отсутствии хорошего ветра говорили все. Тем не менее, команды старались справиться и с этими приватностями судьбы. Погода сложная, но если умеешь гоняться на слабом ветру, то значит ты умеешь гоняться. То есть погода не балует, но надо в любых условиях выходить, тренироваться, гоняться и пытаться достигать результатов. После подведения итоговых результатов регаты были объявлены призеры и победители второго этапа парусного турнира. Бронза завоевала команда «Зидарт Сайлинг Тим» Зарана Пауновича. Серебро – команды «Поверта» Андрея Братана. И золотые медали заслуженно получила команда «Арт Туб» Валерия Коваленко. Победителям вручили призы и сертификаты на пошив одежды от известного ателье, а также подарки от итальянского часового бренда. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский.